Здравствуйте. 26 мая. Поехали с вороном в ловушки на пчел поглядеть. Три проверили. Пчел нет. Сейчас еще одна попутно у меня будет. Погляжу. Ворон, не толкайся. И фотоловушку забрать. Разрядился аккумулятор. Ну, аккумуляторы. Их там 6 штук. Поставлю на зарядку. Может, чего-то наснимало. Такой козлик. Еще двух видел. Прошлогодних бежали. Но они меня одновременно со мной увидели. Этот притормозил. Там вон в том кустике. Пока бодал его. Я коня привязал. Ветер не пойму. Как, но скоро, видимо, на него повернет. Может, уже повернул, что он стоит, вынюхивает. Идет-то как бы это полубоком ко мне. В общем, мы пока с вороном дрались, он нас увидел. Я еще в черной куртке стою, как пятно среди березового леса. Ладно, пойдет, если включусь, не пойдет. Другого засниму. Вот они, два молоденьких. Они уже от меня бегут, как бы это. Далековато тормознули. Вот так вот. И еще где-то вон там вот идет один. Параллельно. Вот где поле. Вон там поле, короче, краем поля он движется влево, но он тоже бегом бежит, сам по себе бежит. Поле своего смысла, думаю, там нет обрезать, если только так где-то случайно. Вот так вот. Ждем оттуда козлика. Не знаю, успели мы, не успели, или он нас услышал все-таки. Ехал-то я вон там, он бежал сюда. Сам по себе. Лес как бы вроде туда просвечивает. И вправо просвечивает. Попробую выйти вперед. А то ворон себя шумно ведет. Может, набежит. Вот он, в общем. Два их. Делят территорию. Конец мая. Попробую вперед пройти. Ветерок чуть-чуть боковой дует. Козу вроде как спугнул. Опять она бежала, на них смотрела. Уже неделю в лесу не был, и комаров, оказывается, уже много.
успеваю я так за ними. Как они друг от друга уходят. В общем, загнал он его вот сюда, в кусты. Хотел пойти обратно, тот, который поменьше, начал орать, обзываться на него. Он, в общем, побежал за ним теперь в кусты. Шагивает. Один говорит, ты козел, второй говорит, сам такой. Вот стоят, спорят сейчас. Ладно, посижу, посмотрю. В общем, второй тоже перескочил туда. Но судя по звуку, он его чересчур перескочил. Кусты не такие уж и большие, не могут друг друга найти в них. Это вот сейчас второй, который побольше. Он дальше от меня. А этот где-то кричит ближе. И не знаю, то ли они так и в кустах останутся, то ли они все-таки выйдут. Так-то я позицию занял, что они вот отсюда выскочат, думаю, на полянку. Кусты небольшие. А не тут-то было. Я их ждал. Второй где-то там орал. Может быть, сейчас этим следом побежит. Так что вот так. Вот так. В общем, фотоловушку забрал. Есть копыта на соли. Лосиная. Но фотографии мне с лосем не было. Может быть, пришел уже после того, как батарейки сели. А вот он второй. Он тоже на меня смотрит. В общем, этих я, наверное, оставлю до следующего года. Не будем их трогать. Их два. Рядом солонец. Рога будут красивые на будущий год. Красивые. Пошел, в общем, специально пешком до солонца. Метров 600, наверное. Там соль растоптал. Она уже корочкой была после дождей. Взявшись. Чтобы в сапогах на подошве соль осталась.
маленько последить. Надо было вот пересек сейчас две тропы. Они сейчас побегут и почуют соль. Как-то вот так вот. Иду дальше. В сторону дома заверну. На видео ставил фотоловушку последнюю. Из ролика «Жизнь деревни». В общем, она пала у меня. Вон стол дерева. Залезьте мне, не залезьте ее поставить. Поставил пока в куст. Поднять мне, вернее, нечем. Вон там козлик идет. С виду здоровый. Ага, и так видно, что здоровый. На левом роге 4 отростка. Далеко. Комаров еще как бы так-то терпимо. Я вот без мази. Но они все так быстро передвигаются. Как летом. А вон там еще идет. Это коза вроде. Ближе мне не подойти, ветра вообще нету. Пока ворона привязывал, он уже меня услышал. Блин, он хороший, хороший. Вот так вот. Вот так вот. Очередной хорошенький трофейчик.